Недавно Horus International выпустил обновление для Пифагория 60 градусов и добавил туда раздел центроиды. В принципе, там такие же задачи, как и в Пифагории на 90 градусов, и решаются не таким же методом. Но, тем не менее, вот у многих возникли проблемы. Поэтому я сделаю разбор некоторых задач. Вот 26.8. Построить центроид данной фигуры. Ну, метод решения этой задачи такой же, как и у всех остальных. Разбить ее на две части, найти центроиды и потом посмотреть как бы развесовку, соединить центроиды лучом и разделить его в пропорциях, соответственно, весу частей. Итак, я разбил на две части, и мы видим, что эти две части равны по весу, по площади. Вот один ромб, вот второй ромб. И нижняя часть тоже составляет два ромба. И найдем центроиды. Этого треугольника центроид будет вот здесь. Вот он. А у этой системы из двух ромбов центроид будет посередине луча, соединяющих центры. Итак, у нас есть система из двух одинакового веса фигур. Вот. Соединим центроиды этих двух фигур из двух ромбов и из одного треугольника. И поскольку они одинакового веса, значит, совершенно очевидно, что центроид данной фигуры будет лежать на середине луча, соединяющего центроиды вот этих двух маленьких систем. Значит, нам, для чтобы найти центр этого луча, самый простой метод – это достроить прямоугольник. Вот мы его достраиваем. Вот здесь, например, проведем вот такую же точку. Вот прямоугольник достроен. Разобьем его на две части. Проведем диагонали. Вот. И теперь, соединив точки пересечения диагоналей, мы получим вот такую вот прямую, которая, пересекаясь с нашим лучом, и в точке пересечения, и будет как раз делить его пополам, и будет на решением задачи будет центроидом.